Да, тяжело, вроде первые где-то полтора периода владение инициативой, все здорово было. Но потом необязательно вот эти два гола мы пропустили. Вот, в дальнейшем перехватили инициативу «Динамо». Вот, но слава богу, что так получилось, что мы довели матч до победы. Вот команда очень хорошо играла на контратаке сегодня и в большинстве. Вы считаете, что играли очень большой роль на сегодняшний матч? Да, в общем, здорово играли. Я говорю, было хорошее движение команды, но здорово, все помогали, все молодцы. Но «Динамо» — это не самое легкое место, где может играть, но вы, наверное, очень довольны, чтобы взять все очки сегодня. Да, конечно, то есть чаша весов могла сложиться или в ту, или в другую сторону. Вот, но я говорю еще раз, слава богу, что мы вот выиграли. Сегодня нанесли в два раза больше ударов по воротам, чем ваши соперники. Как считаете, почему такая низкая реализация была сегодня? Ну, старались бросать изо всех мест, которые была возможность, вот, но это принесло свои плоды, в конце концов вратарь устал, и потом тяжело ему было. А вот так по-вратарски не обидно, потому что все-таки ваш товарищ вместе завоевывали для «Динамо» чемпионский сезон. Ну, мы находимся в хороших отношениях, но это хоккей, и кто-то все равно должен был сегодня проиграть, или мы, или они, то есть это нормальное явление. А на чешских хоккейных играх вы пропускали тоже динамовских нападающих, в основном там от чехов. А они какие-то ваши злые гении, почему так неудобно с ними играть? Не знаю, но «Динамо» — это мой родной клуб, да, я воспитывался здесь, и, может быть, как-то какой-то осадок все равно есть. Против него хочется как-то... Да, получше хочется играть, но не всегда получается. Еще сегодня Сергей Зиновьев забивал, тоже их с «Динамо». Ну да, я думаю, что он старался, он хотел доказать что-то, прежде всего себе, я думаю, что он может играть и может забивать, вот, у него сегодня это получилось. Гудвер, Майнхандель, получается, они не такие страшные, как на Евротуре, они сегодня вы надежнее против них сыграли. Ну, я говорил на Евротуре, что Гудвер, я ничего особенного там не увидел. А вот, ну, это мое личное мнение, вот, может быть, он хороший игрок, но в Чехии ему, в принципе, давалось, скажем так, такие голы забивать, которые, ну, пустые ворота он один забил, а один, конечно, подставил здорово, ну, ничего такого. А Умарт? Нет, честно говоря, я никого не замечаю, ни по имени, ни по фамилии, вот, так что. Сама сегодня дважды отыгрывалась, не было ощущения, что в третий раз могут? Было, они три раза, получается, отыгрались. Получается, при счете 2-0 и 3-2. Вот, ну, вот хорошо, пятый гол помог нам, конечно, более-менее так восстановить какое-то равновесие. Подсело после этого? «Динамо» после этого подсело? Ну да, как бы старались, они, но уже ничего не получалось. Грамотно мы сыграли в обороне. Вы сегодня с первых минут так здорово играли, очень агрессивно. Это помогла тренерская взбучка после предыдущего поражения? Ну, я думаю, да, установка была играть на максимум. А вот выходили каждую игру, и в той игре просто у нас не получилось, в той игре сделать это. Но вот в этой получилось.